Всем привет, я Лосаман. Сегодня я приехал к одному очень хорошему аквапарку, который называется Тики-Так. Находится он в городе Анапа. И хочется снять его со всех сторон, все горки, на которых удастся прокатиться. С камерой нет. Посмотрим, как можно обойти, если есть запреты на камеры. Сделаем непосредственную обзорную видеосъемку этого аквапарка. Сейчас тепло, жарко, солнышко светит. Будем нырять, кричать всякие слова, кроме матерных. Ну, я думаю, вы меня поддержите. Сейчас будем снимать, как нас встречают при входе. Да он, видно, он до 1,40 м, он маленький. Что? Что, детский билет? Как? До 130 же. Бесплатно. До 110. До 110 бесплатно. От 110 до 140 детский билет. А. Ладно. Приоткрою. Да, да. Очень хорошо. Вот мы зашли на территорию аквапарка. Тут так бодренько, хорошо. Мужчины пузатые купаются. Всякие девочки ходят, детвора. Акватория тут бассейна где-то должна быть. Народу пока здесь видно еще не очень много, так как из первой половины дня. Но прибегут, как монголо-татары тут к обеду говорят. Приятного отдыха советуют. О, это хорошо. Посмотрим, сделаем обзор, посмотрим, что и как. Цветочки вот тут нашел я. Вот видите, какие-то цветочки растут. Ну, если растут, значит, их кто-то посадил, а если кто-то посадил, значит, это кому-то нужно, да? Спасатели, спасательницы. Ах, какие. Водичка, колесо обозрения даже здесь есть. Детки купаются, подростки, переростки, матери-героини. Ай-яй-яй, а мне жарко, ой, горячо, ёкалы мне, о-хо-хо, о, аж пипец, я скажу, блин, надо делать обзор аквапарка, прям срочно. А, смотрите, девочки фотосессию устраивают, подростки, недоростки. А, пришлось ножки немножечко пристудить. О, девушки опять фотосессию устраивают. О. О. И так, и сяк. И посмотрите на человека, который фотографирует. Просто... О, ее надо фотографировать. Поэтому будем искать постарше кого-нибудь. Во. Во. Не, чуть получше. Во. Не. Не, это не то. Будем искать, будем искать. Во. Не. Извините, не. Я плохой мальчик, поэтому не буду. Но надо на кого-то обращать внимание. Короче, дело к ночи, а надо идти вперед. Во, и опять они. О, попы. Во.
Девочки, можно тоже фотосессию, да? Заснять. О! Да. Уважаемые гости, улыбнитесь. Вас снимают. Наши фотографы уже сделали несколько снимков, которые украсят вас. Ну что, куда пойдем? Надо начать с детских, самых экстремальных горок. Обзор. Вот что показать друзьям и вспомнить самим. Идем. Рома уже здесь был. На эти горки. Посмотрим. Горячо-то как. Что тут попугаи сидят? О чем они говорят? А тут кушают все. И не только все. Кто сидит, кто пьет. В общем, что-то делает. Так. А, тут, наверное, надо уже брать эти агрегаты и идти с ними. А там нифига себе очередь. Ого. Ого, как муравейник. Муравейник. Вот это да. Тут очередь, да? Или как? Или коллективный сабантуй. Тут что, даже можно по двое, да? Да. И по двое, ваш. Давай. О, как-то они нерешительно. Поехали мы. Ура! Положено! Прикольно, да? И не больно. Выходим. Так. Мы вылетели отсюда. Там уже проехали. Так. Выше этажом, выше верхняя черная труба. Там можно тоже по песенке попеть. Правда, нифига там не видно, но зато экстремально. А на голубую надо вон туда идти. Куда пойдем? На голубую? Пошли на голубую. Пошли туда, да. В предыдущей горочке как бы хорошо, но вопрос в том, что так темно, ничего не видно, зато должно быть слышно. Кричал, что приходило в голову, поэтому будем каждый раз это делать в произвольном порядке. Идем на голубую горку. Что-то девочка тормозит. О! А болтусы спустились. Вот так это выглядит со стороны. О! Хорошо. Видно так как. Высоко. Но мы еще не на самой верхушке. Да. Вы хотите со мной? Нет. Могу вас взять с собой. Да, конечно. Ах, ладно, привет. Вот так вот, не пускают, но иногда можно. Надо, приходится выходить из положения. Я понимаю, да. Я за себя отвечаю сам, да, я понял, да. Там такая очередь, как бы здоровски, но это мы потом туда пойдем.
этих город. Потому что фотоаппарат в руке прячешь, пока тебя не видно. Ну да, да, да. Да. Так тихо. Да, я уже понял. Разрешите протиснуться. Ой, мы налево идем, мы не к вам. Девочки, пропустите нас, пожалуйста. Не сюда. Вау! Супер! Вообще хорошо. Когда там взлетаешь, ты перевернись обратно, вот так, и можешь сам себя снимать. Ну это потом. Сначала надо первично и так, сделать. О, кто-то вылетел уже. О, черная, это была черная дырка. Вон та черная дырка, из которой девочка вылетела. Ну, мы все оттуда из черных дырок вылетаем. Мы этого не знаем, зато потом приходит осознание этого. Скорость не прозывается на черную. На зеленых тоже надо. Надо прятать камеру. Опа. Нифига не видно. Но спасатели реагируют уж очень болезненно. О, народ так идет. Впереди же более легкий. Да, самый легкий впереди. А, понял? Физика. Физика. Самый легкий впереди. Ага. Ноги. Поехали. Все, добро, поехали. Нам дали добро. Родная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, нифига не видно. Вон, стукнулся, я. Здорово. Пошли на выход быстрей. На выход, чтобы не, не задавили. Давай сейчас посмотрим, как кто-то вылетать будет. Подожди, да. С безопасного расстояния. Не у нас скорость, конечно, была, потому что две массы такие. Аж увидел центр. Все. Ну, мы сейчас пойдем на трассу, да. Попробуем, по крайней мере. Труба перед тобой идти. Бывают пейзажи. Пейзажи бывают. Иногда спасатели вот такие ходят. Непонятно. Трусики в бикини. То, что мы. Называется водная горка бумеранки Супербол. О, вот так девчата катаются. О, вылетает аж, заносит. Вон там, видишь, туда. Поднимай. Да, 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 да. Это там большие круги. Народы как кильки. Конечно. Короче, унитаз все смывает. Высосит. Вот, двойная пошла. Девчушки вылетели. Знаете, могут застрять. Все от рулевой зависит. Рулевая хочет, силовая не дает. Давайте, давайте. Вот. Все-таки застряла. Так, это прикольно. Давайте, ну, давайте. Ну, сейчас у вас вам подмога подлетит. О. Девчата. Опа, засосало. Эти вряд ли же. Опять застряли. В общем, девчатам не везет. Вот так. Чуть-чуть ноги покалечило. Переломало. А так все нормально. Вон круги летают тоже. Большие. А вот какой горизонт. Пейзаж этого аквапарка. Дайте покалывать.
Застряла девочка, застряла. Вот помогает девочка, и помогает девочка, очень помогает. Спасательная девочка. Все, поехали. Поехали. Греби, давай, греби масла. Наливай! Давай, давай, наяривай! Давай, давай, наяривай! Давай, давай, наяривай! Сосет! 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 Сосала сюда и она! Пойдем, пойдем! Быстренько трусы поправляем, бикини поправляем все. Все. Да, один оборот, поехали. Вы как не русские спиной. Они молодые, еще не опытные. У них веса не хватает, вам еще. Вы влазите быстро. Так, мы стоим здесь в очереди. Злобные спасатели смотрят, выискивают камеры. Вон какие они сидят. На жердочках, как петушки красненькие. Ну, поехали. Поехали, да? Все, пошли. Да, 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 вот они. Это такая для девочек. Ну что, пошли? О, пейзаж хороший. В общем, нам аккуратненько прошвырнуться по нескольким горкам. Самое экстремальное была голубая, потому что мне в лоб сказали, куда идешь. А я говорю, туда. Ну, не дожидаясь всех, я скатился. А теперь постоим опять в очереди. Девушки, вы тоже в очереди? Да, мы за вами, можно? А с вами можно? Так, так вот, в чем я остановился. В общем, несколько раз буквально чуть не запалился из-за этой камеры. Пару раз мне подмигнули спасатели. Сказали, да, давай иди. В общем, поэтому хорошо. Пожелали удачи. Могли даже выпить со мной, но в итоге не стали, потому что я не взял шампанское. Поэтому вот, вот так вот. Поэтому будем проводить в мокром асфальте, с мокрой водой, по вкусу хлорка немножечко напоминает. Ну а так, в общем, хорошо. Катайтесь самолетами, аквапарка тик-так. А пойдем налево. Вот на это. С орехами. Это ты стукнулся? А, иди, это я стукнулся. Хорошо-то как. Быстренько, быстренько на берег. Песенки поются. В нашей стране хорошо живется. Из какой они вылезут? О. Впереди прикольный, да? Челза. Да. Спереди все-таки. Теперь я буду все время спереди. Так, ну что, пойдем сейчас. Не, нам же еще осталась одна. Мы еще на одну не прокатили. Пошли. А потом мы сюда пойдем. А потом пойдем девчат снимем. Туристы китайцы или армяне. Фиолетовая горка ждет нас.
Ну, подтолкнуть мужичка, ну, он только девчонок толкает. Стоим. Ноги повара, смотри. Ну что, поехали? Ура! О, ла-ла-ла-ла-ла! Ой, блин! Ёп, камера, тихо, ёп! Ёп, ёп, ёп! Ой, ёп, перный спа! Я два раза стукнулся головой! О, прикольно, скорость! Обанзал! Ага, да, чтобы два раза стукнуться головой, все стоят. О, пионеры сейчас будут вылетать. Нам теперь осталась вон та. Вон где все стоят, по четыре человека. Ну кто вылетает? Вон пионеры летят. А, они не экстремальщики. Вон женщина-экстремальщица. Его тоже экстремальщицы. Не, все-таки когда масса большая, скорость кайфова. Да, 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 да. 200 килограмм давит. Два по 100, да? Вот так вот. Вот первое впечатление об аквапарке Тикитак. Можно сказать, что экстремальных горок тут почти нет. Тут нет таких экстремальных, где можно лежа вот так вот, прямо, знаете, как свечка. Пиу! Вообще свечки нет. В общем, среднего уровня, детский сад, ясельная группа. Нет, все-таки из ясельной группы этот аквапарк вышел. Еще горок 5 добавить, тогда будет до среднячка такого хорошего дотянет. Мы после первого этапа спуска с горок пойдем на другой этап. Самые экстремальные горки. Мы вам покажем, что такое настоящий экстрим. Что такое переживание, просто-напросто захватывающий дух. Горки там настолько короткие, что ты не успеваешь понять, что там происходит. С лодками туда. Сюда нельзя? Да, да, сюда не идут. По 4 человека, да, да. А это сюда? Нельзя. Вот такая тут очередь. А там к вам посадят, пассажиров посадят. Если вот такие, как мы, как, такие, как мы, если попадется, то будет хорошо, будет весело. А если вот такие, ну, конечно, вы будете долго выплывать, вас будут потом вылавливать в море где-то вот так с очками, в общем, да. Тут есть одна девочка, Алоха. С маечкой черненькой. Девочки, наверное, забыли раздеться. В брюках прям приходят, в аквапарк, видите? Как тут у нас мастерки. Ну, это чтобы не сгореть, конечно. А народу? Народу много все-таки. Парочка такая тут перед нами стоит. Вы откуда? А, местные? А, ну вообще хорошо, вообще. Ну, ладно, нам местным, а вам местным что? Вон самые экстремальные горки. Вон, вон, вон. Самый экстрим. Туда допускают только со спецпропуском. Ну, вот, прошло 2 часа, как мы приблизились кверху. Люди уже успели вон позагореть, даже вспотеть. Очередь зашла, люди танцуют. Ach, ach.
Давайте. Ну что? Да хлечки, оно пукнули пару раз. Хорошо, спасибо. Опа! Добрый спасатель попался! Опа! Опа! Еще гасте! Вот это басса у нас! Вообще, кайфовые ощущения, действительно. Самые-самые здоровские ощущения. Да, пошлите, прыгнем. Ощущения такие потрясные, потому что масса общей лодки у нас подошла где-то к 300 килограмм, и мы взлетали то влево, то вправо, и довольно вот очередная масса летит. Вау! И получили кайфовое настроение, хотя ждали очень долго ждали для того, чтобы просто туда попасть. Это неимоверно. За это время можно было бы давным-давно бы пройти весь аквапарк. В общем, идем дальше, смотрим, вот бамбук искусственный растет, видите, бамбук, люди за ними плавают. Вон, прячутся даже в камышах люди, бамбуки. А, ё-моё, как жарко, как горячо. Вере, не так жарко, как горячо. О, девочки пьют коктейльчик. Здрасте. Ай. Вот это да. Уважаемые хорошо. Родители, администрация аквапарка просит вас о избежании несчастного случая. Спасение только такое, только в воде.